Войска Центрального военного округа подняты сегодня по тревоге. Начались самые крупные учения в этом году «Центр-2015». Одними из первых поставленные задачи выполнили разведчики. Они обнаружили несколько вооруженных формирований условного противника. Теперь в заданный район стягивается десант и техника. Некоторым подразделениям придется преодолеть до 5000 километров. Маневры, цель которых ликвидация международных террористических группировок, проходят на полигонах Оренбургской, Челябинской, Астраханской областей, в Алтайском крае, в акватории Каспийского моря. Будут задействованы до 95 тысяч военнослужащих, в том числе и из Казахстана. Масса бронетехники, авиация, 2 десятка кораблей. Продлятся учения до 20 сентября.